Очередная реальная история от Лёли, которая приключилась с ним накануне Нового года. Но начнем мы с самого начала. Когда-то давным-давно Миса родила 4 котят, одним из которых был Лёля. Миса со всей строгостью воспитывала своих котят. И, конечно же, приучала их к гигиене. А тех, кто не хотел приучаться, она умывала сама. Время шло, а Лёлик рос, но не для Мисы. Миса все так же продолжала Лёлика воспитывать и умывать. Хоть Лёлик уже и был взрослым котом, но для Мисы он оставался тем же неряшливым котенком. И тогда мы решили разлучить эту парочку. После разлуки была надежда, что Миса перестанет воспринимать Лёлика как котенка, а увидит в нем взрослого самодостаточного кота. Лёлик съехал от мамы и начал новую жизнь. Шли дни, а за днями месяцы. И мне начало казаться, что Лёлику, который рос всю жизнь в большой кошачьей семье, одному было грустно и одиноко. И тогда я решила сделать Лёлику новогодний подарок и привезти ему мать. Теперь, как видите, Лёлику точно не до скуки и грусти. Спасибо, дура.